sort of on the start line, there's loads of people full count of brakes. Добрый день, с вами Surf Hunter Григорий Гребенюк в качестве комментатора и дохопалник. Сейчас мы увидели старт шестой гонки. Видим, кто-то очень бодро уехал на пару делов. Насколько я понимаю, ветер сейчас не такой сильный, как в предыдущих гонках. И поэтому все не так просто оказалось для гонщиков взять нормальный старт. Смотрим, впереди едет черный парус, по-моему, да? Черный парус – это Борис Колдеев, это парус 8.1. Впереди едет Лофт чуть поменьше. Ну, судя по тому, что он бодро едет, это не Колин, а Лена Эрдил. Отлично. Ага, и Колдеев ее догоняет. Ну, понятно, он помощнее, и парус у него покрупнее. Это было бы логично. Да, вот они. Въезжает Напа. И пошли на поворот. Лена Эрдил очень аккуратно поворачивает, сейчас она уедет от Бориса. Навыки ПВА все-таки не пропьешь. Вот они упорно машут. Кстати, да, важнейшая вещь в таких слабоветренных гонках – это кто уедет со знака. Видно, что хотя им хватало ветра для движения, ничего не сделать не могут. Смотрите, проехал лес парусов мимо них, все, люди встали. Наступила вот стандартная система. Ну, думаю, что Лена как раз сейчас уедет и оторвется от Бориса. Ну, не знаю, не видел протокола. Может быть, и она уже подустала махать, а Борис сейчас размашется посильнее. Ну, смотрите, стандартная ситуация. Так называемые кома-гонки. Ну, я бы не стал совсем уже говорить о том, что эти гонки ни о чем не говорят. Здесь просто проблема в том, что очень много желающих было поучаствовать в соревнованиях и очень мало желающих организовать нормальные заезды. Если бы здесь было 8 человек, они бы не остановились бы. Ни Вена, ни Борис не остановились бы на знаках. А сейчас, наконец, люди схлынули, и Лена смогла разогнаться. Борис, говорю, опять же, будет непросто ее сейчас догнать. По причине того, что ему надо, чтобы размахаться побольше ветра. Смотрите, размахался, обгоняет. Молодец. Молодец, что смог размахаться. Ну, будут еще дальше знаки, где у нее опять же будет преимущество по скорости разгона. Да, дело в том, что если постоять секунд 10-15, то догнать уже не удастся. Тут, видимо, Борис отстал всего на секунду 3-4, поэтому ему удалось уехать. Вот Борис, кстати, видно, держится сейчас за старт-шкод, использует слабоветренную технику. Слабый ветер держать за старт-шкод, вы можете увеличить тягу паруса, поскольку он будет немного более вертикален. Из-за того, что ваше тело будет как бы в той же позиции, а парус будет стоять немножко выше. По гладкой воде, тем более, держаться за старт-шкод абсолютно несложно. Да вы можете попробовать это, получите массу удовольствия. Вот видно, Борис хорошо идет. К сожалению, не очень понятно, что после него происходит. Вот нам показывают еще какие-то паруса. Все без номеров, ничего не ясно абсолютно. Вот это малый Сейлс из Технори, это, вероятно, Вашкевич, а Лоб впереди, наверное, Лена Эрдил. Неужели настолько отстала? Да, как она мощно отстала от Бориса. Ну вот, надо было Лене брать парус побольше. Видимо, она отдала свой большой парус Колина. Если бы у нее был тоже восьмерка, то Борис был бы не сладко. А так, видимо, у нее что-то типа семерки, ей не хватает. Борис пошел на знак, развернулся. Сейчас, я думаю, у него достаточно времени, чтобы размахаться и уехать от Лены. Она сильно отстала на галке. Да, видимо, взяла слишком маленький парус она для этой гонки. Вот с номером 100 на красном малый Сейлс это едет Андрей Вашкевич. Неплохо он подготовился. Обычно он не очень сильно выступает, сильный и слабый ветер. За ним приехали Колин Диксон и еще два, ну, number паруса. Колина мы узнаем по черной майке и зеленым шортам. Ну, теперь еще люди приехали, непонятно, кто это. Да, вот какой-то парус малый сел, вроде как с номером, но все равно номера не очень хорошо видно. Не могу сказать, кто это конкретно. Борис продолжает наращивать отрыв. Конечно, молодец, что в такой слабый ветер смог раскачаться первым.
не уехал даже от Литы Эрдел, которая легче него, и слабый ветер, у нее здесь преимущество определенное. А гонка продолжается. Вот опять приехала большая группа людей на знак, и началась та же проблема, что и на предыдущем знаке, все остановились. И Борис летит к финишу. Что там за старшкот не держится? Видимо, небольшой порывчик идет, и не держится старшкот, нет необходимости. Лена Эрделу продолжает тоже давить доску. Ей хватает ветра, судя по стойке установки корпуса. Посмотрим, что будет на нижнем знаке. Там могут быть, ветер может быть чуть-чуть послабее, чем в море. И опять же, Борис может там чуть-чуть постоять. Посмотрим, какая-то хоть интрига в этой гонке. Остальных нам не показывают, видимо, они безнадежно отстали. Их приехало очень много на знак, а ветра было там как бы ограниченное, лимитированное количество. На всех могло не хватить. Вот он, Борис, смотрите, сейчас остановился. Да, нет, разгоняется. Лена Эрдел, посмотрим, как поворачивает слабый ветер гонщицы ПВА. Ну, молодец, лучше. О, Лашкевич, красный парус 100, неплохо развернулся. Посмотрим, как он размашет. Ну, Лашкевич сразу видно, с ПВА не занимался. Пампинг немножко похуже у него, чем у Лены. Но тоже разогнался, поехал, и за ним Колин. Ну, Колин уже, я думаю, не догнать ни Вашкевича, никого впереди. Ну, вот Борис идет на финиш. Сейчас уже приедет. А, вот еще какие-то люди едут. Вот 511 номер, хорошо видный. Это самый известный прораб виндсерфер Игорь Явлентьев. Буквально терминатор в плане катания. Ежедневно он приезжает с утра в Дахабин Лайтхаус, катается там на каком-нибудь там на 4-7 несколько часов, потом еще едет в Лагуну Лоломить. Практически монстр, при том, что ему уже за 50, но тем не менее еще способен многим надрать задницу, что он и показывает в этой гонке. А вот номер русский, на парусе 8.4. Небось, вы зафиксите на парусах разные номера. Ну, это не важно. Главное, чтобы был номер, тогда мы сможем идентифицировать участника. Если номера нет, идентифицировать участника уже гораздо-гораздо сложнее. Ну, вот что мы видим. Мы видим финиш. Гонщики проезжают. Первым, как и ожидалось, приехал Калтеев. Второй Лена Эрдел. Ну, вот. Кто там приехал дальше, я думаю, выставили за ним. Вот финиширует и в Лентьев. Как смотрите, быстро идет. Молодец. На парусе 8.6 он выступает, и доске 2GP 120, где-то 78, по-моему, шириной. Неплохо, учитывая, что как был его, как говорится, возраст. Размахаться здесь по слабому ветру, это, пожалуй, потяжелее будет, чем упираться в сильный ветер. Ну и что, смотрим, видите, гонщики рассосались, теперь они нормально проезжают знак. Помните, о чем я и говорил? Когда слишком много людей, со старта уходит в очень короткий первый галс, на первом знаке ветра не будет. И если ты не первый и не второй, ты можешь приехать третьим на этот знак, но уехать 25-м. Потому что оттуда уже люди уезжают часто в случайном порядке. Кто поймал какое-то завихрение, тот уехал. Кто ничего не поймал, тот остался на месте. Тут едут рядом 2 39-х номера. Интересно, кто это такой? Клоны. Один причем красный, другой белый. Ну, это, видимо, Фомичев, кто-то из них, а второй какой-то неизвестный клон Фомичева. Посмотрим, кто выглядит, красный клон или белый клон. Знаете, белый клон упал. Нет, не упал, но и почти что завалил красного клона. Да, клон не боится за тобой. О том, как будет проходить поворот, кто кому уступает. И вот результат, чуть не создали завал друг с другом. А тут на Нарте едет, номер не видно, к сожалению. Вот еще подъезжают гонщики, видно, что ветра не хватает, такой малый сейф белый в глиссировании сходит, такое полуглиссирование нам демонстрирует. Но на слабый ветер, конечно, залог успеха это матчасть побольше. Я помню, в связи с этими целями не вывозил из Дахабы доску 85 сантиметров шириной,
Эта доска мне помогала успешно выступать в «Слабый ветер». Хотя это, в общем-то, не мой размер, но «Слабый ветер» уже даже важна не решающая скорость, а важно не остановиться на знаке и не остаться там стоять на 5 минут. Это, конечно, уже никак потом не догнать. Кто-то едет на маленьком парусе, маленький человек. Видимо, это кто-то из людей, участвующих в гонке. Ну, так, без номеров все равно не понять, кто это. И еще люди подбираются. Опять же, другие люди проезжают финиш. Опять же, говорю, номера на майках, и увидеть что-то реально сложно. Хорошо, досматривайте окончание гонки. Всего доброго. Встретимся в гонке номер 7. Пока.